А вот про театр. Давай мы поговорим про театр, потому что мне казалось всегда, что ты вот, вот киноперсонаж, да. Что ты вот для экрана. Знаю, что ты играешь. Вот, и это же совершенно другая энергетика, да? Это совершенно, да, вообще совершенно. Совершенно другой ренесон. Мгновенный энергообмен со зрителем. Тебе это нравится? Ты чувствуешь аудиторию? Во-первых, спасибо тебе за вопрос. Я безумно по-щенячьему счастлива, что меня взяли в театр. Огромное спасибо. Расскажи, какой театр, да. что за постановка. Можно я передам привет, пользуясь случаем? Нет, на самом деле Михаил Витальевич Горевой, это режиссер, который в меня в какой-то момент поверил. И вот Альберт, это продюсер нашего театра, Московский театр «Антрепризы», который тоже меня, как называется, оказывается, с мороза, ты понял, да? Я, оказывается, с мороза. Они вот как бы, это не звучало, поверили в меня и взяли меня в театр. Совершенно другой мир. Это вообще совершенно другой мир. То есть я была принадлежна к одной профессии, и когда меня запустили в театр, я вроде то же самое делать должна. Но это совершенно по-другому. Тут у тебя декорации, здесь у тебя роль, здесь у тебя партнер, здесь ты должна не потерять вот то, что мне все время говорил Горевой. Ты понимаешь, там люди тоже сидят. Ну там далеко. И мы так долго ржали на эту тему, и ругал он меня очень часто. И я училась этой технике. Слушай, это такое счастье. Когда каждая твоя реплика... вздохом ли, хихиканьем ли, да, ресницами ли кто-то захлопал, я слышу их и откликаюсь, и меня еще больше заводит. Это, наверное, и есть вот эта магия театра, о которой говорят все, и уверена, кто сидел здесь, артисты, когда ты не мог, это болезнь, это твое все, ты понимаешь, попадаешь туда и понимаешь, ага, я дома. То есть кино – это такая данность, да, то есть я снимаюсь там с детства, родители, это такая вот есть моя профессия. А театр – это что-то такое, что вот, знаешь, что-то совершенно новое. Я очень хочу, пользуясь случаем, обратиться к театральным режиссерам. Вы уж, пожалуйста, имейте в виду меня. Я понимаю, как пошутил сейчас только что Евгений Додолев, классику мне не сыграть, хотя при желании, да, мы все можем делать. Это был вопрос. Ну, слушай, ну я же понимаю все твои вопросы, давно тебя знаю. Поэтому имейте в виду, это совершеннейшее счастье играть на сцене. Я искренне это совершенно говорю, потому что я никогда не думала, что я так полюблю театр. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».